Надеемся, что сумеем вас заинтересовать, и вы поставите нам лайк за наши усилия. Исчезновение ПЕК переворачивает все вверх дном. В больнице тоже не утихают воды. То, что Эйлюль стала самым крупным акционером клиники, окончательно взбесило Синана. Он с отцом придумал новую игру. Их жертвой станет Агус. Однако он, одним шокирующим всех действием, вновь изменит баланс сил. С другой стороны, любовь между Алясафом и Эйлюль преодолевает все препятствия и переходит к счастливой точке. Посмотреть 18-ю серию вы сможете после 3.